I would say, even the Bible text, there are three things that will remain. Я бы сказал о трех вещах: о вере, надежде и любви. Базовых учениях в Библии, на которых мы должны основываться. Учения Иисуса всегда были очень просты. Нагорная проповедь, Его остальные проповеди, наши основания, которые основываются на Библии, изменяют нас, они изменяют нашу надежду, мы можем ходить в любви, мы можем иметь хорошие отношения с прихожанами церкви, с остальными. Я очень консервативен в плане тех ценностей, которые мы должны иметь. Какой новый тренд можно сейчас увидеть? Да он обычный, то есть все старое должно уйти. Но я считаю, напротив, то, что мы должны основываться на Писании, и это приведет нас к спасению.